Всем привет! Сегодня второй день влога. И был небольшой казус с кроватью. Я, по-моему, уже говорила или не говорила, не помню. Говорила, что у нас матрас. Ну, еще раз скажу. В общем, нам вчера пришли, все-таки привезли механизм, потому что нам его забирали из дома. Вот весь каркас, в общем, вот этот вот. Вот это все забирали, вот это. Только одно изголовье у нас и матрасы оставались. Остальное все забирали, все делали там. Потом привезли, меня не было. Я была на гимнастике, все собрали, установили, в общем, все. Я прихожу домой. Матрасы, кстати, они не ложили, ничего не проверяли. Просто без матраса открыли, закрыли и все. Теперь я прихожу домой, начинаю проверять, открываю. Ну, вернее, сначала положила матрас и говорю: Коль, давай, говорю, открывай, будем смотреть, как открывается. Ну, они там объяснили, что туго открывается, все это разработается, какие-то там пружины не поставили, еще, говорит, объяснили Коле, что он сам, говорит, я могу их поставить потом, если нужно будет. В общем, о чем я вчера, в общем, Регин, не трогай пружины, не надо. Короче, начали открывать вот этот механизм, и матрас у нас благополучно скатился вот в это отверстие. Ну, сейчас я вам покажу. Начали диван, кровать открывать, подъемный механизм, и вот этот матрас у нас вон туда он скатился. Я не пойму, не надо, Регин. Я говорю, не пойму, в чем дело, говорю. Не должно быть такого, чтобы вот так вот поднимали и туда скатывался. Говорю, в одном магазине хоть, говорю, вот, когда смотрели, ни в одном магазине такого не было, чтобы матрас скатывался у нас внутрь туда, в кровать прям букс и упал. Не трогай, Регина. Не трогай. Вот. Начала звонить мастеру. Я начала звонить мастеру. Ну, как и предъявлять свои вот эти претензии, то, что вот, пришла домой, начала проверять, а матрас у нас, короче, падает в этот, внутрь кровати. Как так, говорю, неужели так должно быть? И механизм, говорю, с какой-то двойной поднимается, потом откатывается назад и наверх поднимается. И из-за этого он как бы ширкается и не очень. Но он мне ответил, что механизм другой они поставить не могут, что у них один механизм. Они взяли подороже, который понадежнее, чтобы не ломался, потому что многие звонят и жалуются, что они у них гнутся. Вот, поэтому они взяли хороший механизм. Сейчас я его покажу. Кто разбирается, тоже напишите в комментариях, хороший ли это механизм. Вот. Ну, в общем, позвонила, и он мне отвечает. Хорошо, мы завтра придем. Видно, какой-то детальки не хватает. Не доложили какой-то детальки. Я не знаю, как так приходят мастера и видят, что не хватает детали. Вот явно, почему сразу нельзя сказать, что вот у вас не хватает детали, что у вас будет так-то, так-то, что вот мы потом довезем. Почему обязательно? Получается, если бы я не позвонила и как бы пустила все это на самотек, сказала, а, ладно, пускай падает, подниму, то у нас и не было бы этой штучки, который удерживает матрас, и все проблемы сразу, можно сказать, ну, половина проблем решилась. А так вообще, в принципе, парни молодцы, то, что они, как бы сказать, не зажали эту деталь, не сказали, что вот у нас ничего нету, что хотите, то и делайте, ничего не можем вам сделать. Нет, они поставили детальку, все хорошо, и у нас теперь, как вы видите, диван, какой диван, кровать. Все нормально с ней. Сейчас я вам обзорчик сделаю небольшой. Вот такая у нас кровать. Сейчас я светлее сделаю немного. Вот. Здесь вот пружины, которые я говорила. Так, сам механизм. Не знаю, как вам показать его еще посветлее, чтобы он был. Регин, не надо туда вставать. Уйди отсюда. Так, вот. Механизм. Тут газ-лифты на болтах, на евроболтах, как я понимаю. Вот. Вот так вот он выглядит. Лаги. Вот такие вот у нас вставлены.
лаги толщиной, ну, примерно, наверное, с полпальчика. Вот такие вот где-то толщиной. Ну, так, в принципе, все хорошо. Сейчас покажу штучку, которую... А, железочка. Кстати, вот из материала, из которого двери делают же у нас. Вот из такого же материала. Сейчас покажу штуку, которая удерживает матрас. Ой, вот она. Сейчас я на опущенной кровати покажу вам. Соберу матрас. Так, не видать. Так. Вот, видите, вон там он стоит, такая железочка. Штучка такая. Она прикрепляется к железному... Вот. Она прикрепляется к железке вот этой вот боковушки. И тем самым она удерживает матрас. А без нее матрас просто-напросто падал за кровать. А так, в принципе, сейчас все хорошо. Все нас устраивает. Наконец-то мы дождались наших подъемных механизмов. Мы ждали эти подъемные механизмы полгода. Ждали полгода, поэтому вот рады этому, что хоть сейчас у нас появился шанс насладиться подъемным механизмом. И я потом буду туда складывать всякие вещи, их не игрушки, которые всегда валяются, ненужные. Сейчас я продемонстрирую вам, как оно закрывается. Кстати, веревочка они сделали из такого же материала, как и кровать моя. Вернее, не моя, а детская, вот боковушки. И вот так вот закрываем. Я нифига не смогу закрыть, только если сверху нажать. Нет, 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 не смогу. Она будет везде открыта. Попробую закрыть. У меня рука мне. Ой, нифига, она может сломаться просто. И еще что я заметила, здесь нету разделения, посередине нету разделения, и, скорее всего, оно все вот так провиснет, но не знаю. Почему они не сделали еще вот такую железяку, не присварили посередине? Попробую закрыть, не знаю. Хрен там, блядь, закроешь. Я не могу лично закрыть, не знаю, как кто там говорит. Ну, это вообще трындец. С какой силы надо закрывать? Просто еще шкаф здесь стоит, и неудобно вообще закрывать. Переставь его. О! Вроде закрыл. Если бы шкафа, конечно, не было бы, может быть, скорее всего, было бы немножко полегче закрывать, но это пипец. Сколько же силы надо, чтобы его закрыть. Ну ладно. Хоть, слава богу, хоть дождались еще его. Уже хорошо. Да, Регин? Ты довольна? Нет? Недовольна? Почему? Что, ты не хочешь, чтобы там игрушки у тебя сложенные были? М? Хочу мишку. Да, было и так высоко, а сейчас добавили, они еще повыше немножко стали. Фух, запыхалась аж.